Состояние одной из пострадавших в пожаре Кызбура Колбайкызы остается критическим. Члены рабочей группы правительства Кыргызстана во главе с вице-премьер-министром Гульмирой Кудайбердиевой, замминистра здравоохранения Амангельды Мурзалиевым совместно с российскими коллегами посетили больницы, где получают всю необходимую медицинскую помощь трое наших граждан. Кызбура Колбайкызы находится в ожоговом отделении Института скорой помощи имени Склифосовского, а Нурмухамед Кадырджанов и Исраил Уларбекулу в городской поликлинике номер 36. Гульмира Кудайбердиева от имени правительства Кыргызстана вручила каждому из них по 50 тысяч рублей. Состояние Нурмухамеда Кадырджанова и Исраила Уларбекулу стабильно. Их сегодня выписали, и они возвращаются на родину. Состояние же Кызбура Колбайкызы врачи оценивают как критическое. Небольшие ожоги, там около 7% поверхностные ожоги, лицо, кисти, но это так не очень серьезная травма. Тяжесть ее состояния вот именно обусловлена тем, что она находилась, сколько она не помнит в этом задымленном помещении, трудно ей сказать. Но, во всяком случае, в результате этого у нее получилось вот это отравление угарным газом, ингаляционная травма и продуктами горения. Ну, я думаю, недели полторы-две она у нас побудет, да. Ну, мы сейчас ее поддержим пока в реанимационном отделении, когда уже, так сказать, угроза того, что у нее разовьется дыхательная недостаточность, не будет, мы переведем на второй этаж в госпитальное отделение.